Теперь я хочу заглянуть в семьи, которые, несмотря на то, что на них стоит вот такая зеленая метка, покажи, пожалуйста, вот. То есть они как бы сильные были изначально. Они не перешли. Это, кстати, пешец. Сейчас мы посмотрим, что в гнезде. Что думают себе эти семьи? Почему они не поднимаются? Сколько у них расплода? Не залили они гнездо? Кстати, здесь пчелы вообще мало. Что-то вообще. Интересно. Сейчас посмотрим. Что здесь? Матка жива ли? Что случилось? Непонятно. Ой, давай-ка вот отсюда вынем лучше. Здесь вроде поменьше. Почему? Так. Ну, здесь мед, перга и яйца, кстати. Яйца. Так. Здесь мокрый расплод, но это вот так вот в середине. Все остальное перга, причем вот это прошлогоднее, это вот нынешнегоднее, вот в середине. Так. Ну, там полрамочки, тут полрамочки, вот матка ходит. Пешец прошлогоднее. Ну, вот так вот расплод. Вот здесь мокрый, этот печатный, вот здесь вот мокрый расплод. Так, это у нас, ну, условно, третья рамка. Ну, не сказать, что пчелы много, да? Вот целые рамки. Просто-напросто семьи еще недостаточно сильные. Или они просто уже, как говорится, ослабли, потому что я их оценивала как сильные. Вот, а пчелы не ахти. То есть тоже полные рамки расплода, ну, условно, пятая. Так, вот, везде перга. То есть, видимо, может матка нехтишная, что ли. Так, вот тоже. Ну, в общем, на всех рамках, видишь, расплод, но при этом на всех рамках и перга. Вот. Вот и думаю, расширять, не расширять. В принципе, ей червить-то негде. Вот чуть-чуть расплод. Вот. Боюсь, что надо, наверное, несмотря. Ну, а зачем расширять, если все равно они не перешли в магазин? Ну, в общем, непонятно. Так, ладно, сейчас посмотрим еще одну подобную же семейку. Что? То есть таких вот написано сильное, то есть отмечено сильное, но они не пришли в магазин. У меня две. И они обе пешицы. Так. Обе пешицы. Сейчас посмотрим, что там. То есть, может быть, просто матки некачественные. Кстати, австриек я выводила в июле или в конце июня. Вот. А пешец я выводила в мае. Может, из-за этого их качество подкачало. Не знаю. А может, сами по себе они такие. Так, то есть тоже здесь не перешли в магазин. Я специально пометила, чтобы не искать. Магазин тоже. Почему-то, кстати, он такой широкий. Так, ну здесь вроде бы пчелы побольше. Да, здесь пчелы больше, но я боюсь, что здесь они залили все гнездо. Что-то тут прям меду. Очень намного. Прям очень много. Потому что все верхние бруски раздуты. Так. Перга. Пергамет. 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 И яйца. А, вот. Ну вот яйца полностью тут. Думаю, что это мед прошлогодний, судя по всему. Вот полная рамка расплода. Хорошего расплода. Тоже вот приличный. То
То есть на всю рамку, вот, пожалуйста, расплод. Но пока еще что-то они не спешат переходить. Вот, отличный расплод. Это пешец. Ой, нет, это австрийка. Ого, это австрийка. Так, вот, на всю рамку расплод. Расплод хороший. Но почему-то... Но эта семья получше, чем та, конечно. Вот, целая, шикарная совершенно. Видимо, я ее переоценила, или она просто просела так за весну. Так, вот здесь тоже. Ну, в общем, смотрите. 8 рам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. В общем, тоже надо, конечно, расширять. То есть вот так. Будем расширять все семьи, где матки, где пчелы хотя бы минимально перешли в магазин. Вот таким образом. Все, спасибо за внимание.